Че, Джерем, погоняемся в армию? В смысле, ну какого? Там дуэль варов будет, кстати. Че? Там дуэль варов, дуэль престов, кто там еще? Да у меня же нету полового вара. Там нет смысла, у него 6-3. Ну че, все тут, там кто-то пуляете. А, бля, что-то это. Данила, ты можешь знакомого моего с города взять в гильдию? Наверное. Я чуть принимал в целом, сказал, что да, могу, пусть отпишет мне и тот Олег. Ну так пусть отпишет Олег. Ну, он написал ему, Олег, что самогон от друзей, личное собеседование с Олегом, походу, в гильду. Ну да, конечно, потому что мои типы нормальные, а тех, кого войт набирают, солчат пикают в GD. Ну так вы набираете, чё? Не, ну как сегодня шаман просто залил тьму, просто пиздец. То, как его запомнили сразу, его кикнули с гильдии. Я ему пришёл, что с тактикой, он пишет, я буду читать. Я, говорит, буду читать. Там если есть нормальные типочки, то берите гильдию, кикнем-то всегда успеем. Да он нормальный, типа, он, короче, сколько? У него там персы по 6.3, типа, но он все время играл в таких гильдиях, которые особо никого не убивают, но он нормальный играет. Там клоунада когда вступит? Клоунада обратно пнутый ушел. Ну тлашера. Я ему говорю, блядь, что ты с этими лохами забыл? Он говорит, ну, блядь, не знаю, ну, это там девушка, все хуйня. Да, там они такие конченые, особенно эта твиночка, по-моему, как там пацаны кого-то писечкой обзывала. Да вообще, это вредик, писечка, пошли. Это капец, конечно. Тебя бесит, да? Да, ну да. Ты ее видел вообще? Не, я ее слышал. Трахнул, говорит, да ну да, ну правда, у него ребенок есть, Димон. Кому это когда начало? Так, давайте там Даня основывал рискат, первую копию Этерни, вторую. Ой, у тебя дети не от тебя, что ли? Так, Майлок, есть, да, пули. Не, ну просто если ребенок есть, значит не трахнет. Эрин, знаешь, почему ты мне проиграл сегодня? Нет. Ты уже слишком старый, блядь, дорогу молодым. Угу. Твое сильное страдание. Сутенером, блядь, молодым. Блядь, ну... Да убила меня копия. Бывает. А, это у меня с Олегом, походу, лагает очень. Да не, бегу бог я постоял. Да он никогда трэш не бьет трески. Ты еще на меня тут что-то возникает, когда я там выкажу по чуть-чуть. Сиди, пожалуйста. Без вас я. Так, Грис, эти Макси, вроде там никто не падал больше. Где вы еще упал? Святилище считалось неприступным, но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит.
Дайте индеры, Макси. Поставил звездочку, дайте индеры. Дайте там какие-то бафы, каску и дайте такое. Так, как говорит, стоит, ладно, не спорит, начинает кто-то. Я сори. Даня, там написал ты, чувак? Ну да, еще. Ну, идите на ту сторону, пишите по коверках, кто на успех ролик, куда вы будете получать. А на другу можно ролик? Нет. Пожалуйста, мамонта. Мы разделились после раз, пойдем в ВВК. О, охуенно. Только без пуха. Еще раз? Жерион, ты, кстати, спрашивал про личий цвет. Тебе сколько, много надо? Штук 20. Ну, ставь, мама. Я мажор, посмотрит, да, наверное, будет. Так, ладно, давайте все тут, по пати, первая пати всегда будет во тьме, становление на броню, стил, средоточие, фридом и сами разбирайтесь. Так, четвертая пати, кроме демона, будет оставаться добивать, по танкам, риска танчишь, первый заходишь во тьму, конус гарема, в второй фазе халенов и големов будешь бить. Так, друиды, инеры, пижон заливаешь столбу, слава заливаешь секьюрити, когда зайдем во тьму, сразу заливайте два инера. Так, третья фаза, присты бьют через взрыв, хилика дисперит третью фазу, во тьме елараш подисперит Макси, елараш и столб во тьме, остальные все свету. Так, тыкните на шкаф, вроде все. Еще раз тыкните. Дайте по шаману бафа, нету ничего, лапку, кулак дайте, пристабаф. Чему риска танчит? Так, давайте. Заходим в среднюю, чек на пол, рыбки нету. Дайте кулак по шаманам, там энхи. Так, далее смотрим, что у вас там. Давайте, все готовы, начинаем. Близко возле Халёна не стойте. Встаньте дальше, не стойте так близко. Бежим. Близко падает, дальше бежите. Смотрим в рейд.
Что там, тотем поставили? Чуть ли немедленно так бегут. Диспальте быстрее, беги к нам. Давайте бежим. Смотрим лужа, время нормально. Так, давайте бьем халёна, переводим. Перед тем как будем заходить там РДшки большие задотайте, бейте халёна, переводите. Давай, прожимайся, заходи сразу. Дотайте больших, там что-то киньте на них. Давай, ДК зашел, заходим в рейд. Сори. Черен не обновил? Да, да, крикнул. Так, тьма, звездочку ставьте, чтобы вас не убило. Первую метку назад наносите. Зачем ДТМ на МП5 стоит? Не знаю, самогон. Я считаю, сейчас он кончился, какой-то говно начало играть. Ждите. Ждите. Че, треки ищешь, да? Что сказал? Заходите, заходите. Так, друиды инеры своим шаманом. Пропускайте, люди, ближе к морде выносите. Дима, пропускай ближе к морде. К морде, к морде, к морде. Да, да, к морде, блядь. Диспельки упусти, блин, куйся. Да не морда была. На панели блин спал. Пятьдесят три света, готовьтесь, после лезвия будем выходить, портал не залейте, после метки будем выходить. Давайте смотрим, сейчас метка будет и после метки. Для форс выноси. Давайте, выходим в свет. Выходим. Я так танка бью. Так, давайте, вышли, рост цвету. Цвет первой метки ровно назад, то есть ты бейте через взрыв. Диспельте. Привет. Так, удел, так. Где у меня эта запись была? Да, это Виталик зашел, привет. Бежим. Что это за музыка с покемоном, блядь? Смотрим в лужу, в рейд. Нет, не в рейд. Так, играем по трэшу свет, рост во тьме давайте. Мороз, да. Так, хиль, 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 так. Пижон, резать тимецкую быстрее, хиль. Вы убираете. Пижон, резать тимецкую. Да, Ваня, побил, а тебе время, конечно. Сука, мы из-за тебя двоих потеряли. Это война, надо. Так, бьем халёна. Поворачивай на рейд. Что-то все плохо, Олег сдох, что-то. У нас стил умер. Так, играем халёна, смотрим. А чё вы падаете? Падайте. Мы падаем. Там во тьме просто не выкидывают. В смысле? Ты охерел, Вонь? Я пока метку выносила, там, я не знаю, рискат и херячит так, Олег ему кинул каплю и умер. Вы чё? Так надо было хилить его, блядь. В смысле хилить? Я вообще метку выношу. Мне кажется, это из-за музыки Пикачу просто, блядь. Согласен, это все из-за музыки. Фу, бля, я ржал, не мог успокоиться, блядь, время драйв. Блядь, какая музыка? Почему я нихуя не слышу? Потому что ты, сука, глушно, блядь, мне кажется. Вы типа в наушниках, да, играете? У вас там типа охуенная аэродинамика, блядь. Блядь, я не знаю человека,
который бы слушал такую же музыку, как Ваня сейчас, в наше время. Что он там слушает? Играет? Скажите мне, мне интересно. Я не знаю, там плейлист закончился в этом в Ютубе, какое-то говно включилось, и что-то попса такая бабская. Ты музыку в Ютубе? Подожди, ты музыку в Ютубе слушаешь? Да. Бля, я думал, YouTube для просмотра видео как-то. Ну, мне кажется, это плейлист Живеновского просто, блядь. Так, давайте, все зашли, давайте фулл баф. Че, нужен нам кто-то в рейде? Я это фулл, там, следующий, если шо. Код нужен. Ну, а если второй раз включится, ты понимаешь, что отмазка, то, что случайно включилась, не прокатит? У меня запись есть, потом за 500 голды продам, короче, запись, как у Вани играет от меня. Поставьте мамонта, пожалуйста. Дайте мамонта, раздайте каски. Как таксист, который клиентов пытается набить. Дима, Джерин, ты тут? Да. Какой у тебя i-level итемал на офе? 889. Хуйло, конечно. Хотел тебя позвать, блять, поиграть, нет, не надо. Ты лучше спроси на ретрике, какой у него и-левел. Где-то такой, как у тебя сантиметров, мне кажется. Бля, ну сейчас обидно было, потому что Джерри он будет удалять пала. И обидно, и смешно, да? И не да. Знаешь, что выбрать. Чё 889? Ты вообще где-то ходил в рейды или нет? Какие рейды? Ты чё? Я понял. И вот тут рейды. Короче, я перед этим говорил, что там шаман не может рост давать на арене. Может. После 10-го, короче, левела очков чести. Но там есть один прикол. Ты даешь рост себе и своей цели. То есть, если у тебя в таргете противник, ты даешь рост, сука, противнику, понял? Что за бред, блядь? Так, ладно, давайте. Олег, готов? Утверждай. Ну, прикольная тема внизу. Чё, ну, на арене там посложнее, чем тут. Так, давайте, если готовы, ДК заходи. Зрение, заходим, зрение, начинай. Если чё, Дима, может подсоединяться, я нашёл тут гильдию одну. Гера тебя провогонит там все. Молодой орда? Орда, конечно. Скажи ему. Смотрим лужа, смотрим. Лужа смотрим. Так, экстрим, а ты тут? Как что-то задумалось. Так, Макс, резко экстриму. Давай. Давай сразу, давай быстрее. Бежим. Давайте смотрим, лужа куда льется. В рейд аккуратно, двойная. Ух, юб. Падаем. Да. Да вы заебали. Ну, крест-накрест. Много рейдов погубил. Бывает умер, бывает умер. Котом нереально умереть, там я считал, котом можно стоять в луже где-то секунд 7, и ты не сдох. Да, ну даже без хила 7 секунд ты сможешь в луже постоять. Пиздобо. Сможешь ты постоять 7 секунд в луже? Да ты пиздишь. Зайди на кота постой, да, я тебе 100 гп дам. Не постоит он 7 секунд. Там по 10, да по 8 крат по любому летит. А почему я Войда не могу мутить? Слай. Надо мне вопрос задать. Почему я тебе не могу? А почему? Потому что ты хуйло. Почти. Давайте, суд можете фулл бафы давать. Иди обратно. Окей. Давай там пристабав, лапку, интеллект. Пристабав только дайте.
Так, давайте чек на пул. Дайте, дайте напить секунду. Давай, скажешь, когда будешь готов. Все, все, потом. Так, Пижон, Фотон, Тюменская. Тер на КД, 8 минут. Угу. Пижон готов? Давайте, все готовы? ТК начинай. Режим падает. Смотрим лужи. Врит. Метку хвосту выносите. Бежим. Смотрим лучше, как будет литься. Угреет. Так, бьем хрена, переводим. Так, ДК, прожимайте, заходи сразу, бьем мелкий трэш, РДД. Все, да, заходи, ДК. На ХП. Ну тут эти пока больших. Заходим рейд. Так, рейд, звездочку, а то вас убьют лезвием. Звездочку станьте. Станьте звездочку. Кот убьет нафиг. Для форс выноси, назад выноси. Погибнешь нахмер. Умрешь, погибнешь насмерть. Слава, тебя зверит, наверное. Сделай два шага на себя. БДК. Добили. Заходите. Так, заходите, давайте, друиды, иннеры своим шаманом взрывайте. Джерика, пропускай лезвие ближе к морде. К морде, к морде. Сколько процентов? 53. После метки будем выходить сейчас лезвие, а потом метка. Так, сварфил выноси. Давайте, выходим. Свет рост. Первую метку ровно назад выносите. Присты бьем через взрыв. Из-за с колоритом, когда будут срывать. Пока нормально. Бежим. Близко падает, кто-то стоял. Бегите дальше до стеночки. Давайте, бегите к стеночке, лужа вредит, не нормально. Так, играем только по трэшу. Рост во тьме. Шаман выноси. Давайте, РД больших, великий, маленьких бейте. Там рост во тьме дали? Да. Давайте, экстрима выноси. Бьем халена пока. Бежим.
Так, Свет, Халёна, сейчас лужа в рейд. Так, играем по трэшу. Свет по трэшу. Потяни на себя, пожалуйста. Свет, только трэш бьем, Халёна вообще не бить. Только трэш, больших и маленьких. Добивайте большого, добивайте маленьких, и стоим курим. Респельте. Играем по Халёну. Смотрим, метеорит сейчас будет. Бежим. Смотрим, метеорит. Нормально. Свет не бьем, свет не бьем, только трэш. Только трэш бьем. РД больших, мелики маленьких. Давайте бьем больших и маленьких. Давайте бьем трэш, потом добиваем Халёна. Бьем Халёна. Смотрим, метеорит сейчас будет. Бежим. Давайте бьем пока Халёна. Смотрим лужа. Лужа в рейд. А нет. Так, бьем Халёна пока. Все, давайте трэш бьем. Давайте свет, только трэш бьем. Хилик отдай, гимноману, ставь тотем секьюрити. Давайте свет бьем, трэш добиваем. Свет не бьем Халёна вообще. Стоим курим. Бежим. Халёна не бейте. Все, бьем Халёна, бьем трэш. Смотрим лужа в рейд. Давайте, играйте пока по трэшу. Скажу, когда Халёна будем добивать. Бейте пока трэш. Ждем 60. Свет не бьем трэш. Только трэш бьем, только трэш бьем. Халёна не бьем. Только трэш бьем, свет. РД больших, мелики маленьких. Дайте все иннеры на секьюрити, что есть. Давайте, Халёна не бьем. Все, добиваем. Бежим. Добивайте. Все, молодцы. Красавчики. Чешку на хилорольте на моем. Сейчас. Exato.